каждой ноте. Пульс радио. Эксперимент удался, будем повторять. На первой Ешкаролинской FM-радиостанции впервые провели конкурс, условия которого выходили за привычные рамки. Мистер Пульс Радио. Конкурс только среди сильной половины слушателей радиостанции. Впрочем, отдать свой голос за его участников мог каждый. Дамы и господа, я думаю, все вы стали очевидцами конкурса «Мисс Пульс Радио», благодаря которому все увидели огромное количество красавиц, проживающих в нашем городе. Дорогие мужчины, мы решили вас тоже не оставлять без внимания, и у меня для вас прекрасная новость. Стартует конкурс «Мистер Пульс Радио». Удивлять, удивлять и еще раз удивлять. Жизнь на первой Ешкаролинской FM-радиостанции в какой-то степени похожа на калейдоскоп. От акции к акции, от конкурса до конкурса. Ежедневно в эфире «Пульс Радио» десятки счастливчиков становятся обладателями разного рода приятностей. От побед в том или ином состязании, да и просто набравшись позитивных эмоций, передав привет своим родным и близким. В течение двух последних недель редакционная почта «Пульса» была завалена анкетами и фотографиями молодых людей самого разного возраста. Сотни и сотни писем, и только несколько десятков пробились в финальную часть розыгрыша конкурса «Мистер Пульс Радио». У кого-то были фото не очень хорошего качества, другие не выполнили условия. Например, присылали снимки в темных очках или на общем фоне, когда нельзя было объективно оценить того или иного потенциального мистера. Финал и вручение призов победителям традиционно в эфире первой Ешкаролинской FM-радиостанции. 1:03 в Марийской столице. Это утреннее шоу «Кексы» на Пульс Радио. Олег Булдаков и Ирина Мирошина. Увидеть нам приятно сегодня красивых молодых людей, которых до этого мы видели только по фотографиям. Победители конкурса определялись в трех номинациях. Народная любовь, мистер обаяние и, конечно, мистер Пульс Радио. Первый приз, согласно названию, эдакое голосование. Однако в этот раз в редакции «Пульса» отказались от голосования в том же ВКонтакте, дабы избежать накрутки голосов. Опрос проводился выборочно среди прекрасных дам, наиболее активных участников группы «Пульс Радио». В итоге в этой номинации победил Роман Курзенев. Очень счастлив, очень неожиданно, действительно рад. И подарили вещи, которые действительно нужны мне. То есть я собирался покупать вот дорожную сумку для путешествий, и как раз я уезжаю. Очень кстати. Вообще участвую впервые в конкурсе каком-либо. То есть я ни в лотереях, ни в каких, ни в конкурсах никогда не участвовал. Это было впервые. А вообще заинтриговало название, и как-то, ну, само собой получилось. В номинации «Мистер обаяния», читай, вице-мистер, сильнейшим стал Антон Богданов. Ну а мистером «Пульс Радио», покорив сердца жюри конкурса, стал Александр Дементьев. Главным призом, помимо приятных других подарков, станет размещение фотографии мистера на одном из магистральных счетов города. Поздравляю вас с победой в номинации «Мистер Пульс Радио». В списке призов я увидел очки антифары, и мне очень их захотелось. Ну и, конечно же, билборд, фотография, где все меня увидят. Я каждый день езжу по той дороге и буду каждый день на себя смотреть. Честно, не думал. Ну, конечно, надеялся, как и все, но не думал, что стану именно победителем, что соберу самые главные, так сказать, призы. Очень приятно. Слушаю «Пульс Радио» очень давно, когда еду в машине, просто где-то на природе, потому что современная музыка, новости, приятные голоса ведущих. Очень приятно слушать их. Все трое финалистов конкурса признаются, что слушает «Пульс Радио», сколько себя помнят. А учитывая довольно молодой возраст, практически всю жизнь. Студенты, молодые бизнесмены, уверенные в себе люди. Один из сегментов многочисленной аудитории «Пульса». Меж тем, череда конкурсов и акций на первой Ешкаролинской FM-радиостанции продолжается. И уже в эту субботу всех радиослушателей и просто любителей хорошей танцевальной музыки «Пульс Радио» приглашает на свою еженедельную вечеринку «Пульс Найт», которая по традиции пройдет в Stone Club.
редакционная служба ТВ и радио на Патриаршей. Для вас 4 июля под открытым небом Патриаршей площади. Самое зрелищное театральное событие этого лета. «Мистерия Карла Орфа», балет «Кармина Бурана» и «Триумф Афродиты». Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева. Нижегородский государственный театр оперы и балета имени Пушкина. Совместно с ТВ и радио на Патриаршей. Для жителей и гостей Йошкар-Олы. Роскошно, зрелищно, незабываемо. Лето и ничего кроме. Пульс радио. Пульс радио.